утро, дорогие друзья! Меньше двух недель остается до главной новогодней ночи. Наверняка ваши дома и квартиры уже в праздничном убранстве. Елки? Да. Гирлянды? Безусловно. И свечи. Вот без чего невозможно представить волшебную атмосферу праздника. Сегодня в студии мы пригласили декоратора Алену Мальгинову, которая как раз и создает вот эти изумительные интерьерные свечи и даст пару секретов нам. Что мы будем делать? Мы сегодня будем создавать аромасвечу с использованием корицы, грейпфрута, бадана и вот такой голландской ели Нобелеса. Основа, что служит для любой свечи? Основой может быть любые кусочки огарки свечи, любые старые свечи. Иногда я покупаю готовый парафин. Вот действительно, Алена создает не просто свечи, а это свечи с натуральными ингредиентами. Что ты туда кладешь? Вот эта свеча из чего? Ну, здесь рябина, здесь дольки каштана, осенние ирисы и лимоны. С чего начинаем процесс, я предлагаю приступить. Так, ну, я возьму такой вот небольшой огарочек, который будет служить у меня основой для свечи. Для начала нужно выбрать форму. Форма может быть любой. Главное, чтобы это было либо расширение вверх, чтобы мы потом легко достали свечу, то есть вот как, к примеру, такой шар. Либо это может быть простой классический цилиндр. И обязательно нужно обработать поверхность. Поверхность я обработала обычным гелем для рук, для мытья рук. То есть жидкое мыло, подсолнечное масло или гель для мытья. Дальше я устанавливаю в центр вот этот огарок и начинаю выкладывать декор. По периметру мы выкладываем корицу, мы выкладываем дольки грейпфрута. Добавим ель, чтобы она у нас создавала цвет. Ну, у тебя ель необычная, да? Да, это голландская ель, но можно взять пихту, она очень вкусно пахнет. Дает нужный аромат. Весь декор мы разложили, и сейчас мы будем заливать. Мы специально расплавили воск в кастрюле. Можно расплавить воск на водяной бане или, к примеру, на электрической плитке. Перед тем, как свечу достать, мы должны сутки ей дать постоять, чтобы она высохла, чтобы воск весь просох и легко досталась из формы. Вот свеча готова. Вот такой новогодний атрибут у нас получился. Безусловно, надо попробовать ее в деле. Конечно, сегодня можно купить практически все, но то, что вы сделали своими руками, безусловно, доставит вам тепла гораздо больше. Тем более, такой вариант может служить еще и отличным подарком. С Новым годом! Просыпайтесь!